В Министерстве обороны России сегодня предостерегли Пентагон от ударов по Сирии. Официальный представитель ведомства прокомментировал сведения о том, что Белый дом обсуждает сценарий бомбардировки правительственных войск. Любые ракетные и воздушные удары по территории, которую контролирует правительственная армия, создадут явную угрозу российским военнослужащим, отметили в Минобороны. И Россия к этому уже подготовилась. Напомним американским стратегам, что воздушное прикрытие российских военных баз Хмеймими и Тартусе осуществляется зенитно-ракетными системами С-400 и С-300, радиус действия которых может стать сюрпризом для любых неопознанных летающих объектов. Следует реально осознавать, что у боевых расчетов российских комплексов противовоздушной обороны вряд ли будет время на выяснение по прямой линии точной программы полета ракет и принадлежности их носителей. А все иллюзии дилетантов о существовании самолетов-невидимок могут столкнуться с разочаровывающей реальностью. Обращаю внимание горячих голов, что после нанесения 17 сентября самолетами коалиции удара по сирийским войскам в Дер-эз-Зоре мы приняли все необходимые меры для исключения любых подобных ошибок в отношении российских военнослужащих и военных объектов на территории Сирийской Арабской Республики.